Доброе утро. Я сегодня завтракаю немного в темноте, потому что проснулась где-то в 4:30. У нас сейчас 6:07 1 июля. И я сегодня проснулась очень рано и безумно этому рада, потому что у меня в последнее время очень сильно сбился режим, в общем, как всегда. И я сегодня себе сделала, кстати, двойной завтрак. Я сделала яичницу вот с черным хлебом. И также я себе сделала овсянку с ягодами, которые упали. Почему так много еды? Вообще вчера я практически ничего не ела. Я очень рано пошла спать, где-то в 8 вечера. Это во-первых. Во-вторых, у меня будет сегодня утренняя тренировка силовая, довольно сложная. Поэтому я хочу хорошо покушать. И где-то в 8:30 я отправлюсь на тренировку в спортзал. Я так давно не кушала овсянку, именно просто вот с ягодами, самую такую простую. Я ее делаю на воде и иногда на кокосовом молоке. На кокосовом молоке, конечно, получается вкуснее, но на воде тоже неплохо. Сейчас я буду садиться работать. Вот, мне нужно смонтировать одно видео, поэтому чем раньше я приступлю, тем лучше. У нас уже 6:50, думаю, где-то 8:30 я как раз закончу. Мою рабочую идиллию прервал курьер, который принес мне посылку из магазина Zara. Я уже знаю, что там. Я заказала себе очень классный костюмчик, который вместе с вами сейчас распечатаю и также примерю. Думаю, по моему инстаграму уже многие поняли, что я безумно фанатею этим летом по розовому и красному цветам. Вот, поэтому я заказала себе очередной розовый костюмчик, который состоит из юбки и топа. Вот так выглядит топ. Такой цвет прям фуксия. Очень красивый. И вот так выглядит юбка. Она, кстати, длинная. В общем, давайте, наверное, я померяю и покажу уже на себе. И оставлю вам артикул где-то здесь на видео. Если в вашем городе, в вашей стране есть Zara, обязательно посмотрите. Качество, кстати, шикарное. Ну что, я надела данный комплект. Просто в шоке, потому что мне безумно нравится. И все подошло по размеру. Я вообще редко что-то заказываю онлайн, не померив в магазине, но именно вот этого комплекта в магазинах не было. Поэтому я заказала на свой страх и риск в размере S. Надела сейчас такие тапочки, но, правда, они сюда не сильно подходят. Вот, просто чтобы немножко каблучок был. Юбка шикарная, топ этот можно тоже отдельно носить, с шикарными рукавами, не знаю, мне нравится безумно, очень женственно. Кстати, сзади такой большой разрез, как вы можете видеть. Вот так выглядит на талии, классно, что здесь есть такой дополнительный поясок, вот, очень красиво выглядит, не знаю, напишите в комментариях, как вам этот комплект. Мне кажется, что на лето самое то, плюс этот цвет в этом году очень в тренде. Кстати, топик я надела сейчас без бюстгальтера, но, наверное, все-таки нужно какое-то белье под низ. И покажу вам, как выглядит топ сзади. Как вы видите, довольно открытый. Вот, не думаю, что в нем будет жарко. У меня прям поднялось настроение. Все, зовите меня на свидание. У нас уже без 15:11, и я сейчас еду на тренировку в спортзал. Чтобы вы понимали, насколько жарко в машине, посмотрите на эту водичку. На эту водичку. Показывает 30 градусов, но я думаю, что все 35. Надо потом будет эти бутылки повыбрасывать. После зала я еще также зайду в супермаркет, нужно купить питьевую воду. Многие знают, что во время пандемии у нас начались проблемы с водой в городе, и мы перестали пить воду из крана, потому что туда сейчас добавляют какую-то хлорку, помню, нашли, короче, какую-то заразу в этой воде, потравилась куча людей, кто-то даже умер, и вот с тех пор мы воду покупаем, хотя раньше без проблем пили воду из крана, то есть как бы все было нормально. И в 5:00 вечера я везу мою маму на педикюр, сама пойду в Икею, потому что там рядом Икея с девочкой, где моя мама делает педикюр. Посижу в Икее, буду учить на экзамен. Вот, нужно сегодня сделать хотя бы 10-15 страниц, поучить, поделать тесты.
Поэтому сегодня такой максимально рабочий, продуктивный день у меня, чему я безумно рада. Не знаю еще, что покушать на обед, потому что я себе утром сделала коктейль из клубники, голубики и добавила немножко овсяных хлопьев. Наверное, выпью его сразу после тренировки. И в часика 4 приготовлю себе рыбку в духовке с овощами. Скажу одно, ребят, я просто умираю, с меня все течет, но что поделать, к сожалению, красивая фигура, мне не дается легко, и по генетике очень быстро поправляюсь, поэтому если я не буду заниматься спортом, меня разнесет еще больше, поэтому сжимаем всю волю в кулак, мотивируемся, занимаемся спортом, не только для того, чтобы похудеть и увидеть там заветные 50 килограмм на ваших весах, просто для вашего здоровья. Я вот уже половину тренировки прошла и чувствую себя очень круто. Прям заряд энергии. Сейчас я еще сделаю 2 упражнения на ягодицы. Потом у меня пресс и потом заминка где-то 25 минут на беговой дорожке. Мне не верится, ребят, я закончила. Пресса пока не видно, так как я зажирела. Будем работать. Очень странно, на самом деле, пить такие смузи без сахара, без сгущенки, потому что раньше я могла туда навалить и сахара, и сгущенки, и фундучную пасту, и все подряд. Теперь будем привыкать к нормальному вкусу ягод и фруктов. На самом деле, я давно поняла для себя, что мы, люди, можем привыкнуть абсолютно ко всему. И раньше, например, я не представляла, каково это пить чай без сахара, то есть я добавляла 3 ложки сахара, плюс добавляла дольку лимона. То есть те люди, которые пили чай без сахара, для меня они были какими-то инопланетянами. Когда я переехала в Италию, я просто ради эксперимента решила начать пить чай без сахара. И сейчас я просто не могу пить чай с сахаром. Для меня это как жидкий сахар и все. То есть я спокойно пью чай, кофе без сахара. Теперь то же самое нужно сделать со смузи, потому что сейчас мне не прям супер вкусно. Я чуть сюда овсяные хлопья добавила. Но как перекус после спортзала, самое то. Я сейчас быстро перекушу, у нас без 22, и иду мыть нашу ванную комнату, потому что завтра, то бишь в субботу, прилетает моя сводная сестра с Австралии, и мы, в общем, с мамой решили поубирать дома нормально, особенно ванные комнаты, у нас их 2, потому что ванная — это такое, знаете, самое грязное место в доме, вот правда, потому что быстро там все загрязняется, душ постоянно, вот этот налет от воды остается. Не знаю, неприятно сейчас там находиться в этих комнатах, поэтому мы хотим все выдраить, вычистить, чтобы было нормально. Ну что, ребят, у нас быстрая телепортация в Икее. Я отвезла мою маму на маникюр, принесла свою книжку. Я сейчас буду тут дальше продолжать учиться. Заказала себе капучино и булочку. И водичка. Вот такой у меня сегодня перекус учебный. Классно, что в Икее есть такая очень крутая зона, где можно прийти, поработать, что-то выпить. Очень классно тут все выглядит.
Я забрала уже маму с маникюра, мы пришли в торговый центр. Мне нужно было купить для моего крестника, я купила ему бутылочку, новые соски, игрушку, уже дома вам покажу. И также зашла в магазин Yamamay, купила себе очень классное такое платьишко, которое надевается на пляже поверх купальника. Очень много людей, тут шумно, не знаю, нормально ли меня слышно. Сейчас идем закупимся продуктами, нужно купить также средства для мытья полов, унитаза, в общем, бытовая химия, и потом уже домой. Я уже пришла домой, безумно жарко, просто с меня льется ручьем, я распустила волосы, чтобы хоть как-то адекватно выглядеть в кадре. В общем, сейчас покажу вам, что я купила в детском магазине. Многие из вас знают, что у меня есть крестник в Украине, сестра моей мамы родила мальчика в начале марта, и я ездила в Украину как раз-таки в марте, чтобы его покрестить. И, конечно же, я стараюсь дарить ему какие-то подарки на расстоянии хотя бы, потому что нет возможности видеть его каждый день или хотя бы раз в неделю, поэтому я уже там запланировала кучу всяких подарков ему купить. И так как сейчас мы будем пересылать посылку, мы взяли с моей мамой в детском магазине несколько вещей. На самом деле, ребят, я когда зашла в детский магазин, я просто потеряла голову. Я не знаю, что будет со мной, когда я рожу ребенка, потому что сейчас как бы у меня нет своих детей, и мне хочется моему крестнику купить просто все. Моя мама еле меня сдержала и отговорила каких-то импульсивных покупок, потому что мне реально хотелось скупить все. А для детей продают настолько много, я не знаю, вроде бы бесполезных вещей, но в то же время классных и красивых. То есть, мне кажется, там такой маркетинг идет, что реально вот родители, кто там обзаводится первым ребенком, и вы не знаете, что конкретно нужно малышу, покупают как раз-таки вот эти ненужные всякие кроватки, ненужные всякие кресла. Короче, я просто очень часто общаюсь с моими подругами, у которых уже есть дети, и многие говорят, что мой ребенок вообще вырос в коляске, мой ребенок вообще не спит в кроватке, какие-то вот эти манежики и все такое, там ходунки, это вообще не пригодилось. То есть очень многие вещи не пригождаются, то есть мы смотрим на них в магазине и думаем, вау, хочу купить, а на самом деле оно нафиг не надо. Если вы уже мама, расскажите в комментариях, был ли у вас такой опыт, что вы там для первого ребенка купили кучу всякого хлама, а в итоге этим не пользовались. В общем, показываю, что мы купили. Первое, что мы взяли, две бутылочки. Одну взяли вот такую, вот эту взяла я. Вот эту взяла моя мама, чуть побольше. Вот, я взяла ему бутылку с вот такими ручками, потому что на последнем видео, которое мне скидывали, я видела, что он уже ручками держится за бутылочку. Ему уже сколько? Сейчас вот 5 июля ему исполнится 4 месяца, то есть он уже ручками крепко может держать бутылочку, я решила ему взять вот такую бутылочку с ручками. Кому интересно, это бренд Kiko, довольно известный в плане детских всяких штук. Вот, моя мама взяла вот эту от марки Neo Baby, такая побольше. В общем, бутылочек никогда не бывает много, как мне объяснили, потому что как бы одна сохнет, второй можно пользоваться, их нужно стерилизовать, в общем, вы поняли. Также мы взяли вот такое средство от комаров. Вот это просто попросила тетя взять. Мы взяли в виде спрея, был еще в виде крема. Мне кажется, в виде спрея это более практично. Также я взяла ему две новые соски. Вот эти с 6 до 16 месяцев. Такие голубенькие, новые. Вот. Это уже, наверное, где-то с сентября он будет ими пользоваться. И взяла вот такую игрушку. Моя мама работает няней. Тут в одной семье, многие из вас знают, кто следит за ней в Инстаграме. И там есть малыш, которому еще нет годика. И я заметила, что деткам маленьким очень нравятся вот такие игрушки. Вот здесь шуршит что-то, вообще можно потрогать, зубами вот эту штучку покусать. Может быть, она не супер эстетично красивая, эта игрушка, но я уверена, что она ему понравится. Потому что дети любят вот эти штучки, которые шумят, там что-то погрызть. В общем, из всего того, что было в магазине, я подумала, что эта совушка будет самое то. Сначала я хотела купить ему какого-то зайчика или медвежонка в кроватку, знаете, который там передает запах мамы, вот эти вот все игрушки, как первая игрушка его. Но потом подумала, что нафиг надо, лучше купить что-то такое, чем он будет реально играться. Не знаю, попробуем ему эту игрушку переслать, может, он будет реально ею играться. Очень на это надеюсь, потому что потратили мы примерно 50 евро в этом магазине. Вот. Это при всем при том, что, повторюсь, моя мама меня останавливала не накупить всякого бреда, потому что я хотела вообще там купить очень много всего. И также я зашла в магазин Yamamay. Скоро я еду на море, и я взяла себе такой халатик, который надевается, даже не халатик, такой халатик-платье, который надевается сверху купальника. Я даже не знаю, как вам его показать. В общем, вот такие тут рукава широкие.
и оно идет в пол. Наверное, лучше всего показать его на мне вместе с купальником. Это уже будет в Инстаграме, когда я поеду на море, поэтому обязательно подписывайтесь на мой Инстаграм. Там я часто показываю одежду, вот как сегодня я костюм показывала вам на видео, но больше всего я показываю какие-то одежды, какие-то обзоры в Инстаграме, в сторис делюсь какими-то новинками, находками. В общем, да, вот такие у меня были покупки. Сейчас быстренько иду в душ, потому что безумно устала, надо еще что-то перекусить. Потому что в итоге вот мы по дороге с мамой съели черешню, пока ехали домой, сильные пробки были. И нормального я ничего не кушала. Ну что, ребят, я сходила в душ, привела себя в порядок. И с помощью моих последних сил выхожу еще с подружками гулять. Решила надеть мой новый костюмчик. Хочу его уже выгулять, мне не терпится. Поэтому да, спасибо большое за просмотр этого влога. Увидимся с вами совсем скоро. Кстати, напишите в комментариях, что вы хотите видеть в моих новых влогах. О чем хотите, чтобы я вам рассказала. Вот, кстати, еще хотела сказать вам, что я решила подавать также на канадскую визу. Так что, если меня кто-то смотрит из Украины или украинцы, которые проживают в Европе, возможно, вы не знали, но сейчас в Канаду очень легко открыть визу украинцам, как раз-таки из-за войны. Поэтому планируете вы туда ехать или не планируете, сделайте даже просто так для себя. Возможно, поедете в путешествие, возможно, что-то изменится, и вы захотите туда поехать, как вот... для политического убежища, то есть от войны. Вот, поэтому, наверное, уже в следующем влоге покажу вам, как я это буду делать, расскажу немножко поподробнее, как заполнять анкету и так далее. Я буду это все делать самостоятельно, не через агентство. Ну и, конечно же, я безумно жду свое интервью 7 декабря на американскую визу. На этом прощаюсь с вами, всем спокойной ночи, я пошла тусить. To settle down, day nights and late nights, don't get it.